Всем привет! Сегодня у нас будет небольшое видео о нашей новинке сенсорной кнопки для реечного привода. Вот эта кнопка. Она выполнена в пластиковом корпусе диаметром 22,5 мм и имеет выведенные провода для подключения, для монтажа. Также комплект сопровождается инструкцией для подключения, по которой вы сможете это сделать. Кнопка оснащена фоновой подсветкой зеленого цвета. Срабатывание кнопки происходит при нажатии на лицевую сторону, лицевую часть кнопки. Цвет подсветки при этом меняется с зеленого на красный. Рабочая дистанция кнопки исключает случайное несанкционирование нажатия ее. Вследствие этого дверь не откроется, не закроется. Кнопка обладает высоким ресурсом и прослужит вам долгие годы. По вопросам приобретения обращайтесь в наш отдел продаж. Всем спасибо за внимание, всем пока.